Так, народ, всем привет. Я все-таки дополз до компа. Будем сегодня танки играть. Мариночку спасибо большое за донат на подарок и на интернет. Огромное-огромное спасибо. Азат Самигулин. Саня, привет. Здорово, Азат. Как ты там? Как у тебя настроение? Че творишь? А ты аккаунт поменял? Да. Точно. Сейчас крепко щука в танк стрелял. Так, качаем новую американскую ветку, блядь, поебистику эту. Не знаю, хочу. Вот, заодно выполняем за... А, блядь, стоять нахуй. Забыл хуйню одну включить. Точнее, три хуйни включить. Ну там мне всякую хуйню давали, там 50% опыта плюс денег плюс там подобное. Ну да, там на час. Азат Самигулин. Ставлю ставку, что не пройдет 5 минут, что Саня, Леха и Нах и краткое будут посылать. Ну не знаю, не знаю, Азат, сейчас посмотрим. Лёха, с вами неинтересно ставки ставить. Да ладно. Так, кстати. Так, исследовать. Блин, исследовать гусеницу или... Не, в пизду, будем сразу на семёрку. Так, там, на пару минут. Пару минут. ЕТС-ку гоняешь? Въебался в колонде? Если нет, то очень жаль, Лёх передает. Я тут йотску гоняю. Кто у нас играет? Я не знаю. Да я здесь не пьюсь. Ой, не пизди, я знаю, что я нажимал. Азат Самигулин. Я на моде гоняю. На каком моде? А я тебе бой на КВ-2 обещал? Здрасте. Где бой на КВ-2 обещал? Ну, если обещал, сейчас играю. Зонта Джисси и Чарк. Всем кусок. Я просто не помню, извиняй. Азат Самигулин, который отключает урон тачки. Не, ну Азат, так неинтересно. Нет. На тракер СП просто зонтик. Здесь. А, здесь зонтик нет, отключен вида. Зонта Джисси и Чак. Вань, присоединяйся, Зонтек 1989. Ча, Вань, только курю. Здорово, кстати, как настроение-то у тебя? Не, модулин, не он, ну нахер, у меня вон досылатель стоит, мне денег жалко. Я на нем не так часто играю. Азат Самигулин. На 1600 километров груз взял. Тьфу, зонтик, блядь. Лёх, ты я зыл научишь, блядь. Голубь без урона на трак СМП. Вань, ты играть будешь, не будешь? Или ты только в блиц? Я, брат, блиц не особо люблю. Ну и если Лехи не зайдет, я, может, поиграю. Только он через Steam пусть играет, а я через гейминг. Азат Самигулин. Лех, аха, чтоб бан улететь, да ну ее. Правильно, Азат, а то он тебя сейчас на самом деле научит. Давайте его перекрасим. Что у нас есть? Новый год у нас есть. Хреновый Новый год. Его варсейшество, ёб твою мать.
Зон Теджи Сейчар, Азат, там бан ненадолго, один и пожизненное. Живая легенда, лошадь Шварценеггером, блин. Вообще, два голдум, у меня беда с танками. Ставил на внешник, они теперь не определяются и обнову не качают. Надо заново ставить. Рянова. Значит, не поедешь. Окей, сейчас докуриваю, начинаю. Ну, как обещал, на КВ съезжу. А давайте так его раскрасим. Пусть будет, блядь, какой-то убогий, непонятный. Азат Самигулин. Лёх лучше гол конвой. Там они... А, нет, я его просто качаю, чтобы дальше. Ну, следующий уровень. Они новые, значит, пиздатые. Пока новые надо качать. Лёха лучше гол конвой. Так, ладно, пока бой начнется, я как раз докурил. Как это не волны будет, блядь. А, второй у меня нет. Нет, второй не нахуй. Зон ты же сейчас. Я пока не могу. Давай, Азат, удачи тебе. Ну, хотя, чё тебе удачи, ты без урона едешь там. Азат Самигулин. Доехать. Ладно, я дальше поехал, 655 километров осталось доехать. Зон Теджи Сейчар, давай, Азат, точка с запятой. Зон Теджи Сейчар. Я, кстати, на ПК качался, точка с запятой. Точка с запятой. На МП, а не на ИП. Лёх, не сейчас же как-нибудь на неделе соберемся. Так, ну нахер на фугасах на нем. Против семерок еще играем. Брум-брум-брум, мы поедем, мы помчимся, пиздюлей мы сейчас получим. Этот шестого. Этот шестого. Да. Лида, у меня полностью прокачан. Саня, здорово. Как чувствовала? Привет, Лидок. А как у тебя дела? Лёха, как оценит, загруз зависит от уровня. Да, зависит, смотря что качаешь. Азат Самигулин. Лида, привет. Не, если обычный груз, то ничего не зависит. А если там хрупкий и так далее, то в зависимости от того, насколько прокачиваешь. Зон Теджиси и Чар Азат, да. Лида Эрос, всем вечерний привет. Приветик. Игру потише? Да, давление сейчас получше, слава богу. Лида Эрос. Дело отлично, как твое давление, чую, получше стало. Так, и кому мы сейчас... Кто меня спалил тут, блядь, никого нет. А, вот тут для раз какой-то. Ой, я забыл, что он косой наглухо. Ой, там пидорас какой-то стоит. Азат Самигулин. Сейчас на 17, надеюсь, после этого груза, надеюсь, на 18 перейду. Ну, посмотрим. Зон Теджи Сейчар. Лидок, привет. Блять. Два голдум. Так кинь ему в куст фугас. Да блин, в том-то и дело, что он такой косой, что ничего не попадет туда, куда надо. Вот он, блять, там или вот там. Хуй его знает. Вот скорее всего он там. Видишь, он выше. А, нет, сука, вон там.
Лида Эрос, Санечка, дави на газ. А то ёбнет пидорас. Точно, Лидок. Блять, примерно где-то там. Хуй там было, убил бы. А может, он просто отъехал. Ой, Маринчик, приветик. Как ты там, как настроение? Всем приветик. Да, спасибо тебе еще раз за донат, на подарок и на интернет. Огромнейшее спасибо. Блин, я вообще фугасами стреляю, чего его не пробивают, и нихера, еб вашу мать. Лида Эрос, Марина, привет. База захвачена, идиоты тупорылые, блядь. Зонта GCHR, М-минус. Приветик. Пиздец, проиграли, блядь. Что-то я ступил, не посмотрел, сколько там захвата, блядь. Ладно, все дебилы. Так, игру погромче, Лёх, скажу. Я сейчас что-нибудь сделаю. Оу, так, погромче, погромче. Так, звук. Ага. Ну, вот так, дальше. Приветик, Саш. Первый раз на твой стрим попало, у меня все нормально. А у тебя как? Да тоже вроде ничего. Вот, сел постримить. Разве первый? Вроде ходил вот так. Лида, приветик. Так, ладно, поехали на паблике. Давай. Зантек, приветик. Чё это редкая пташка? Зонта GCHR. Зонт редкая пташка. Ну, все зависит от того, как я себя чувствую. Сейчас давление вроде не это. Фу-фу-фу. Парам-парам-парам-папам. Сейчас мы будем опилиляться. Пробили, пробили. Нехер по мне шмалять. На диване вроде был. Либо утюг, либо на диване. Саш, что минус? Кто не припомнил? Да ладно, ничего страшного. Блин, ну вот ты тут раскорячился, японец. Чего? Ах ты, бля. Зонте кага, а ты сам где? Ну, вообще я тут, если ты про Лёха, то он валяется на диване.
О, как. Ой-ой. Все стреляют, убивают. Зонтед GCHR, а я на диване точка с запятой. Харю плющу. Это что еще было? Вот скотина и уехал. Вот так нечестно. Ха-ха, вас два зонтыга, кто пишет? Пишет Леха, а играю я. Зонтек, приятного тебе. Ай-яй. Зонтек же CHR, я с дополнением точка с запятой. Блин, вот тигр, скотина, там где-то встал и стоит. Зонтед Джесси и Чарк, спасибо. Маринчик, точка с запятой. Ой, где там тигр-то долбанный стоит-то? Примерно понимаю. Где-то там. Не там, не попали. А тут еще японская пои... Короче, херня японская. Ой, там еще и итальянец. Немец, итальянец, кошмар. Поехали мы отсюда, а то нам сейчас хана. А вы не можете вместе играть? У вас вроде ноутбук есть, было бы интересно. Нет. Ноутбук... Нет, кто что делает в этот понедельничный вечер? Комп есть, ну а в любом случае Лёха в танки не играет. Пой, вот меня и грохнули. Я не играю в танки, точка с запятой. Ой. Ба. Ой, у нас два дурачка осталось. Ну нормально, около базы тусуются, ну вообще. Так, а второй человек. Понятно. Все, это ухана. Лёш, я буду сегодня лентяйка, нечего не буду делать. Зонтед GCHR, а ну так да. Вместе можем точка с запятой. Сегодня лентяйка, ничего не буду делать. Правильно, отдыхать тоже надо. Зонтек, а окей, понятно. Ой, блядь! Ударился. Оу, зашибись, нам день премиума дали, обалдеть. Это он как вообще? Он тебе на концерт?
Да, в Diablo 3 мы с Лехой можем вместе поиграть. Да и в Diablo 2 тоже. Даже втроем тогда можем поиграть вместе с Териком. Да. Зонта GCHR. Diablo 3 вместе поиграем. Второй комп завет M. Запятой. Угу. Два голдом. Установка чего-то там идет. А потом еще 400 мегабайт скачать. Окей, давай, я пока еще бойс играю. Ждем, качай. Ну да. Ну да. Улучшенные прицелы, автоматические огнетушители. Лёш, вот думаю, будет очень интересно, если вы будете против друг друга играть. Ну, в Диабло, Маринчик, только, ну, вместе Богу играть, а в танке... Не как у вас. В танке я сколько не пытался в разнобой поиграть, ни разу не получалось против кого-то из своих. Там не предугадать, даже если сервер один, нажать в бой, ты не пойдешь так. Ты успеешь сыграть боев 5 минус. 7. Ну ладно, посмотрим. Ну, пока играю, так что ждем. Зонта GCHR. Ван 400 метров, не 400 гигов, точка с запятой. Это точно. Ну, если быстро слетим, чтобы долго не ждать, выйдем на десятках сыграем. А то там еще другое задание, на них, конечно, на десятках проще. На шестерке-то это я просто качаю. Медленнее, чем вы 400 гигов. Ба голдом. Я скачаю 400 мегабайт медленнее, чем вы 400 гигов. Блин, сука. Роттенко все-таки уходит по времени. И чё, и где все их тяжи? Саш, может тогда вообще в другую игру, где можно против друг друга бы хотелось посмотреть. А, Маринчик, ты прикинь, какой мат-перемат будет стоять. GCHR. 2 метра в секунду будет. Итого, имеем 200 секунд и 400 метров. А это 3 минуты 20 сек. О, блин, Лёх подсчитывает сидит. Не, в принципе, можно в Need for Speed какой-нибудь сыграть. А, ну да, можно и так. А чё это сразу? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Зонта GCHR. А чё это сразу солдаты? Удачи. А давай в КС! Саш, поэтому и хочу. Чё, тебе нравится, как мы материмся, что ли? Так, три арты, поехали за артой. А вот и арта. Зонта GCHR, можно и в КС. Ха-ха, будет весело. Я сам в КС уже 100 лет не играл. Иди сюда, скотина, блин. Ну вот, Т-50 его сейчас заберет. А, нет, я забрал, пошел нахер.
Ай, как я промазал-то, ёб твою мать. Ну ладно. Поехали в обратку, здесь всех расстреляли. Зашибись, они уже у нашей базы. Давайте тогда базу захватывать, что делать. Я туда не поеду, мне лень. О, КВ-85. У меня такой был. А ты, сука, сверху. У вас это как минус. То ли биа звучит и интересно посмотреть, как она будет на самом деле. Понятно, Маринич. Вот меня убили. А чё арта-то вообще сверху делает у них? Так, ладно, за борт смотреть не будем. О, КВ-2. Вот что он тут делает, кто мне скажет? Вон у Лёши уже приложение есть. Бах, и то промазал. Зонтик GCHR. Зонтик в танках засадил точка с запятой. Всех врагов перекрестил точка с запятой. А команда долбоебов точка с запятой. Базу, блять, не защитил. Предложение. Какое предложение, Маринчик? Извиняюсь за ошибки. А, ну это бывает. Зонта GCHR, SOF 2, мое предложение, точка с запятой. Ну, мой КС, но это нечестно будет по отношению ко мне, если в SOF, не по отношению к тебе, если в КС. Поэтому предлагаю в НФС. Зонта GCHR, М-. Норм, я сам неграмотный, точка с запятой. Нормально. Так, это мы выполнили. Сколько? Ой, еще до хрена. Давай, сколько там скачалось? Ой, блин, против восьмерок на шестерках. А, как я это не люблю. Зонта GCHR. Ванька в танке. Не, Маринчик. Вообще безграмотный. Не, ну, конечно, не безграмотный, но иногда такие ошибки делают, что трындец. Ну и как и все, в принципе. Территория Терек. Ну привет вам. Здорово, Терек. Как у тебя жизнь? Как дела? Чудесно. Зонтик GCHR, брат, дай боту прочитать, а потом пиздец заебал. Территория Терек. Мариш, привет. Зонтик GCHR. Территория привет, точка с запятой. Территория привет. Территория Терек. Да не сего вас смотрю. Не сего, не сего. Бассейн сегодня делает.
Территория Терек. Леха, Саша, здрасте. Саш, но не столько, сколько я. Всякое бывает. Тор, привет. Зонта Джесси и Чар. Несиама, он юн. Точка с запятой. Ёб твою мать, это чё ща было? Тер. Я штанги чужие не заметил, пока эту хрень прочитал. Лёх, ну ты пиздец. Зонта Джесси Чар, Терек минус. Надо второй комп нам воткнуть и в D2 втроём, играть точка с запятой. Территория Терек. Хум. Ёб твою мать. Нихера себе я заехал. Да. Не, ладно, давайте. Это долго ждать, поэтому поехали на десятки разок прокатимся. Территория Терек. Лёха, надо где-то украсть. Два голдум. Еще 245 мегабайт. Ну, это уже половина почти. Вань. Зонта Джесси и Чарк, Терек, помимо этого дома еще два компа. Медленно, но верно, ну да. Зонта Джесси и Чарк, Вань, медленно, но верно. Бля, нихера я не привыкну к этому боку. Я так отвык, что он читает нормально. Зонта Джесси и Чар. Дай, сука, боту прочесть. Территория Терек. Люх, так е-мое, это ж самое надо бы. Ну да, Терек. Зонта Джесси и Чарк, Терек минус. Самое сложное просто по полу и нет провод кинуть точка с запятой. Да, это точно. Территория Терек. Диабло и на калькуляторе можно запустить. Прикольно бы смотрелось. Нихера себе, как это он так быстро проехал, блин. Самоубийца еще к тому же. И я, походу, тоже. А провода нет. Ну, Терек, его надо сделать. Лёш, зубы, он раскидает. А может даже... А, есть, я ж тогда кидал для... как раз для Ваньки. Зонта Джесси. То куда его дели? Там 4 минус. Ха, ядерный калькуль, точка с запятой. Провод есть, лениво. Ай, мне сейчас пиздец будет. Печенька, сука, сучья печенька в глотке застряла. А как ее отстрять? Чтобы она, сука, пропихнулась до желудка. Ненавижу мушки, засуньте болт в глотку. Чтобы печенька спеченилась нахрен. Территория Терек. Ну, видос, вон есть чел, дум на калькуляторе запустил. Но использовал табло для калькулятора. Лида Эрос, читай, сука, бот.
Так, ща, народ, а то тут пиздец по мне едут. Зон ТГСХР. Лида, попроси кого-нибудь пиздануть по стене. Хана мне хана, по-любому мне хана. Ой, не пробил, надо же. Лошара ты. А, блядь, кран, сука, не будет лошарой. А будет, я его убил. Убили меня, убили. Убили, замочили. Да, на десятках все-таки интереснее, конечно, играть. Так, а теперь давайте почитаем, что там. Печенька, сука, сучья печенька в глотке застряла. Как ее отстрелить, чтобы она, сука, пропихнулась до желудка? Ненавижу его. О, господи, ужас какой. Лида Эрос, спасибо. Лёха. Территория терек. Мариш, боюсь, оптоволокну, вилы придут. О, так, Павлик еще там, объект тоже. На чем поехать-то, ё-моё. Поехали на большом танке. Вот на это. Зон ТГСХР, буль. И тишина. Вперед! Дмитрий Зимин. Привет. Дмитрий Зимин и тишина. Блин, опять ударился. МТР, не поняла. Чё за вилы придут? Дмитрий Зимин, добрый вечер всем. Привет, Дим. Как у тебя дела? Как настроение? Чем занимаешься? Понятно, по Ютубу, видимо, лазишь. Дмитрий Зимин, обо что стример ударился? Об стол. Ногой. Зон ТГСХР. Дмитрий, привет, точка с запятой. Дмитрий Зимин, есть кто с ДВ? Вопрос. Не знаю. Зон ТГСХР. М-минус. Вилы придут в дачу на трех лапах. Точно, Лёх. Дмитрий Зимин. Зонтёк, салам. Саня меня зовут. Дмитрий Зимин, как стримера звать? Ну, есть еще один стример. Стримеры есть, Зонтик Channel. Зовут его Саня, а я Зонтик Channel ASCB. Я тебе терек. Канал зовут меня Лёха. Территория терек. Всем, кстати, если куча. Если Дрей зубами автоволоконный кабель схватит зубами, придет ему хана, капец, испортится. Тер, а смысл по квартире в оптоволокно? Медь кинем, тебе обидно, и все нормально. Дмитрий
Зимин, откуда стрим идет? Из Москвы. Мы в Москве. Дмитрий Зимин, слышали новость, скончался. Знаменитый сценарист и актер Виктор Мережко. И также на 86 году скончался великий русский актер Леонид Куравлев. Он играл в таких фильмах, как «Афон». А, да, про Куравлева я сегодня, да, читал. Да, вот Лев говорит про Мережко, читал. Да, конечно, светлая память. Гусеница едва держится. Пробитие подтверждало. Территория Терек. Слышали? А, окей, все поняла. Но я шуткой сказала. Пробитие не подтверждаю. Как мне нахрен пробили? Зимин, салам. Все это трындец полный. Сани из Москвы, из Дальнего Востока, города Хабаровска. С Дальнего Востока, города Хабаровска. А, у нас есть Дальний Восток. Наталья, она из Иркутска. Якутск. Ой, Якутска, все уже, все перепутал. Мариш, я тоже. Дмитрий Зимин. Настроение плохо, денег нет, но вы держитесь. О, вот-вот и у нас такая фигня. Денег нет, но мы держимся кое-как. Так, что это? А, вот, все, Павлик закончил играть, будем на нем. О чем там, все просрали? А, не, на Павлике. Вань, у тебя там что, ты скачал, нет? Что, территория Терек. Жизнь ход за юг дёрдись. В этой игре, ну, я боюсь... А, ну вот, тут написано 5 боев. У стримеров с этой игре. А, если вообще... Дом. Да. Дим, ну как тебе сказать, у меня арта есть? Играет на арте или нет? Вот, единственное. И все. Ну, я на ней редко играю. Скачал. Ну, давай, тебя ждать, не ждать, или бой начинать... Вань. Территория Терек. Вань, а ты в большие танки? Да, 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 Терек, большие танки. Два голдум. Захожу. А, в дис... А, да, давай, сейчас включусь. В DSP go. Давай сейчас дис сойду к какой-нибудь голос. Да. Точнее. Сейчас, короче, покажу. Заходим для стрима. Я тебе. Если не можешь туда войти, заходи в любой, я тебе притащу. А то я просто знаю некоторых приколистов. Если в обычный зайдем, и кто-нибудь типа не будем тыкать пальцем Гназер, блин, зайдет какой-нибудь херню начнет говорить. Или он на странице какой-то вчера зашел. Ванька тебе написал, ник такой. Поверь, себе сотовый лёг. А, давай, заходи вниз, любой голос, куда можешь войти, я тебе перетащу куда надо. А то нас люди ждут. Принудительно. Нет. Зонтик я хотел, Вань, принудительно впихнуть. Вань, короче, напиши, как зайдешь здесь, покажи, пока танк народ просветает. Давайте пока, да, вон там у нас Дима зашел, давай покажу вообще, что есть. Вообще люблю вот на этом играть. Или на, ну, которые меня сейчас раздолбали, объект 705. Ну, обычный 430-й. Территория Терек. А я теперь с вами по ДС не поиграю.
Почему телек? А, я еще вот эту хрень хотел покачать, но выпустили новых американцев, и я не покачал. Вот эту хрень я не помню, за что мне дали. А, это всем раздавали, блин. Вообще пиздюлька такая. М10, это давным-давно дали. Крайслер я взял за боны. Прикольный танк. Вот это я не помню вообще откуда. И зачем. Территория терек. Потому что меня в группе теперь нет. А куда ты делся? А, ты в смысле сейчас имеешь в виду? Или чего? Чего-то я тебя не понимаю. Так, Вань, ты там зашел в какой-нибудь диск-то? Чуть не написала она. Понятно, ладно. Территория терек. Забей, Сань, все норм, короче. А ты где у нас вообще? Два голду. Ник. Территория терек. Ну я вот, запиздился. Из вашего сервера. Зачем все? Ой, Вань, куда это? Вот, все, перетаскивай. Здорово. Ваня. Ты меня слышишь? Ну, точнее, ты меня точно слышишь. Вначале народ распугаете. Да-да-да, что такое, что случилось? Тащик. Здорово. Здорово. Территория терек. Говори что-нибудь. Чтобы делов не начудить. Ой, тихо. Добавляй себе терек, ссылка в описании. О, нормально. Ну-ка, еще разок что-нибудь. Ля-л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 я. Все, давай, в танки зашел? Да, ник, говорю, дайте. А, ник, зонтик, 1989. Ошибись, сейчас ошибку сделал в поиске. Зонтик, что там? 1989. Феникс клан, да? Да, Феникс. Окей. Вот, запрос. Принять. Так, принял. Так, сейчас я тебя вот приглашу. Лида Эрос. Терек зачем из ДС ушел? Какие уровни? Терек возвращает. Так, все, заходи. Территория терек. Лида, так нужно. Ну а как в Диабло играть? Ну да. Да ладно, чудил один раз, ничего страшного. Лида Эрос, что тебе в бошку ебнуло? Ты ушел. Отличное дело долго идет. О, все, законнектились. Так, на чем поедем? Ты главный, ты выбирай. Давай на шестерках, я просто американскую эту херню качаю. Но... Территория терек. Что-нибудь придумаем. Так, ничего не придумаем. Мы в разных комнатах играть будем. У нас там не в одной комнате. Есть шестерки? Конечно. Давай. Это у тебя что такое? Тяжеленький. Да, это даже. Ну, там новую ветку выпустили, я что-то решил их попробовать. А, Йохи? Ага. Так, погоди, не готов. Не готов, не готов, не готов. А, пусть там. Ничего не себе распиздил, я чуть не курю. Держи ее просто. Готов. Ага. Кофе, кофе, мир бездомный. Так, давай, бой. Территория терек. Чё за ветка? Так, хз, он что-то качает терек. Но американцев новые тяжи выпустили, я решил их покатать. А у меня, сука, блядь, Дискорда не сможем, телефоны будут заняты, если что, на стримах и
А я в другой комнате. Я вот, блядь, делать не отдал. Орать нахуй через стену. У нас собак не помнил. Собак точно скажет, ебанулись, блядь. Саша, тебе выходи по ссылке из Дискорда в описании обратно. Ты где, сука, бутылку взял, блядь? Там, где я уже нет. Это я не Лёхе, это я собаке. А то подумаете. Он любит просто пластиковую бутылку покрыть. Чур, я на маяк. Чего, куда? Окей, ну попробуй. Зонтик первый у нас. Не, я не поеду туда, ну нахер, я вон там в домиках спрячусь, да. Пинг 800. Смотри, тебя сейчас как грохнут, не успеешь доехать. Там у них HiMX, они побыстрее будут. Хер вам. Попал. Попал, он не пробил. 85. Не пробить ее. Это не пробить его, но я же не пробил. Взял бутылку и съебался. Ваня, говорю, проебал Ваня. На Хапендра волосы. Да он все равно закапал. Ой, Гарта, хорош. Ой, там еще японец, еб вашу мать. Сука, промазал, как так? Я думал, только советские танки кривые, ни хрена, американские еще хуже. Наглухо косые. Ты там живой еще? А, ты уже на горе? Да, я ее отвык. Ёб вашу мать, все внизу, кто, хоть кто, блин, а я сейчас поеду, меня расстреляют. Территория терек, не попадешь. Да, и тишина в чате. Зонта Джисси и Чарк. И тишина в чате, точка с запятой. В Назарплей. Пиздых, точка с запятой. О, здорово, Макс. Че, наигрался в Мудранер? А, до сих пор... А, блядь. В Назарплей до сих пор карту прохожу. Да, тяжелый случай. Зонта Джисси и Чарк, дарова. Территория терек. Знаете, позавчера в Блиц играли поначалу мастер-класс показал, потом забвинел. Хреновали у него 300. Здорово, здорово. Запьянил. Ой.
Так, я пока в ангар. Чего? Я пока в ангар. На легком танке стяжем удобно, блядь. Ну это да. Приветик. Ёб вашу мать. Ганзер, привет. Ой, меня тоже ёбнули. Ну пошли вместе в ангар. Решил это, чтоб я не ждал, да? Да уж. В Назарплей. Путаешь, Макс, путаешь. С Ваньком играет, не путаю. С Ваньком мы играем. Сейчас я посмотрю, что у меня интересные шестерки. Не, не обязательно сейчас шестерки, сейчас... Эм, здорово. Давай черти выбирай, на любом. Кроме первого, первых у меня вообще нет. Сам сказал, я не виноват. Давай. Территория терек. Ну на 10 либо ты, либо тебя. Ну, восьмерка у меня, Мекс, кстати, где-то была. А где она, скотина? Вот она. Так. Поедем на ПТшку. Сейчас посмотрим, чей бревномет лучше, твой или мой. А, мой косой, правда, наглухо. Но шмаляет получше. Ну, в смысле, помочь. А за цами... Ой, ёпрасота. Еще из десятка. Вообще зашибали. Не, мне теперь только фугасами. А, у тебя не БЛ-10? У серой, ну, кусуки понятно. Вышло видео. Или какой там БЛ-8? Ой, я не помню. Я-то думал, у тебя там топовая пушка, а у тебя так. Не-не, я еще кривой оставил. На мелких. Зря. Ну, да. Для этого орудия лучше сушку оставлять, 152-ю. А на Исушке лучше с 10-м уровнем стволом. Вон, Леха, кстати, спрашивает, как у тебя танки-то идут на науке? Зонта Джесси и Чар. Чем азат точка запятой? Баня, ты тут. Алло. Так. Все, стрим подлагивай. Вань, ты тут, не тут? Тут. А. Деревья не роняй. А, Лех спрашивает, как танки-то идут? 120 FPS. 120. А настройки какие у тебя там разрешения? А, по умолчанию минималка. Мне показалось, что то у меня со звуком. По умолчанию на минималках? Ну, что-то странное. Скорее всего, я не заглядывал. Смотри. Ну да, надо смотреть. Ну вообще на самом деле 20 FPS как-то вообще. Низко. В Назарплей. Лёх, осилишь сегодня матранер? Исика надо на захвате выбить. Территория терек. Лёх, так мы сегодня в Диабло хотим. Не, терек, не сегодня. Зонта Джесси и Чарк. Не. От раннера надо отдохнуть точка с запятой. Так, это походу крайний бой у меня. Нормально, из 7 на базе уже стоит, охренеть. Зонта Джесси и Чарк. Диабло под вопросом точка с запятой. Территория терек. И их там еще двое. Блин, их там еще и двое, вот. Азат Самигулин. Саня, если завтра можно будет в Next RP постримишь. Блять, промазал, я же говорю. Назарплей. Зонтевый будет стримить РП. Макс, не территория знаю. Терек. Лес, я ради тебя даже в группу вернусь. Азат, Макс, насчет Next RP ничего не обещаю, не знаю пока.
Зонта GCHR. Может, будет точка с запятой. Блин, спалите их кто-нибудь. Ну, базу не засветит. Осветить-то и некому. Два СТшника, и то они непонятно где. Ёб твою мать, нас сейчас гвардейц спалит. А ты что, не шевелись? О, нифига себе, задним ходом косарь снял. Точка с запятой. Просто от балды шмальнул. Так, ладно, наши до базы доехали уже хорошо. Теперь вот гвардейцы бы убили. Надо базу помочь сначала. Территория Терек. Да, Лёх, полет я даже амазонку убить. Дальше три ура качать не стал. Спецом, чтобы на равных гаммах. Ой, а чё я стою, у меня тут засвет? Незерплей. Волосатик ноль красава. Урона. Ноль. Азатса Мигулин. Сань звук периодически звук подлагивает. Звук подлагивает. Территория Терек. Какое? Амазонка это оказывается... Общий или от игры? Ну, в смысле, и голос, и игра, или Зонта только там игра, или только звук. Терек минус. Ха, я еще и не попал. Зонта Джисси и Чарк. Ща проверим. О-о-о. Вот это я косанул. Незерплей. Голос. Голос? Выше уходит. А да, борщ не торт. Твой голос. 70. А? 70. Не может быть в процессе. А, перепутал. 40. 44. Это увидев все. Так, давай еще один бой, и я пойду, а то у меня тут капризничает один молодой человек. А, окей. А у тебя совсем минималка стоит? Глажение включено и там подобное, Леха спрашивает. А то 20 FPS, mm-hmm. Что, совсем пиздец. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Аппаратное ускорение. Расширенные. Сглаживание выключено. Качество низко-низко, прорисовка высоко, детализация растительности вот высоко. Вот, не, вот это тебе нахер не надо, это убери куда-нибудь. Растительность? Зонта ну а нахрен тебе нужна? Звук норму стрима. И прорисовка да, тоже. Прорисовка не, прорисовку на среднюю сделай хотя бы, потому что на максимум это трендит. А не на максимум, она высоко стоит. Это следующее деление. В Незерплей. Почему на стримах стоит, зонта да, хорошо слышно? Короче, мне сойдет а пока еще один бой и поехали. Потом на стримах. А, ну ладно. Ай, ну давай. Ты опять давай. На шестерке хочешь? Не, ну последний бой давай ты уже на чем хочешь. Поехали, там разберемся. Я попозже вернусь, только я не уверен, что вернусь. Территория Терек. Пилять хоть норм, танки качают, но боюсь истерика случится, я арты ненавижу. А у тебя пятерок нет. Зонта Джесси и Чарк, в Назер, удаленность от микро, точка с запятой. Дин-дин-дин. А поехали на шестерках. Территория Терек, в Назер, потому что барабушта. Ой, сейчас. Ну, резервы включи. Лёха, ошибочка вместо слова зонта. Лёху слышно хорошо. Не, голос такой. Зонта Джисси и Чарк. Выше ссылка на Кусюку. Подписываемся. Сегодня вышло видео. Да-да, подписываемся на Кусюку. Смотрим видео, лайкаем, комментируем. Я из воды вышел, да, дурак? Ой, сейчас приглашу. В Незерплей.
Я смотрю Кусюку. Это что там подтвердить надо, какой-то выход непонятный. В Назаплей. Помню, когда Леха кричал «ляг туда, бля». Территория Терек. Отлучусь на полчасика. Давай, Терек. Ты что там, шаманишь? Да, технику раскачу. А. Ой, моя. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Неполный боекомплект. Что за новости? А, там же вторую херню включили, так что если у тебя заполнено, не обращай внимания. Пофигу, поехали. О, Т-34-86. М. Донат, ты его купил, что ли? Я новогодний ивент очень активно проходил. А. Что-то где-то покупал, что-то где-то это. У меня тип 59 есть, у меня премов много. Понятно. Ну, когда ценники не такие конские были, не по 3 рубля, блин, за танк 8 уровня, а там по 1200-1500, можно было, зарплата позволяла. Сейчас я смотрю на ценники, и мне вообще не улыбается что-либо тут донатить, даже прем-аккаунт. Я же еще застал Т-52, блин, как и прокачиваемую технику. Я вот только не покрасился, ну да ладно. Давай. Зонта GCHR. Чатик, не молчим, точка с запятой. Действительно, чатик, чё молчим? 5 человек смотрит, нихрена ничего никто не пишет. А то зон со стрима уйдет. Будет опять меняться. Так, а ты куда, по прямой поедешь или на тот фланг? Не, я тут вот здесь стану, пока в кустах этот трындец. 8 часов проходить карту на симуляторе. Кошмар. Мазерплей. Лёха молчит. Вот столпились, блядь, куча баранов. Ну, включай меня. Чё, Лёха молчит? Лёха рядом. ДБС у тебя падает, он что-то не мешаешь? Тропинг бедут достает, насколько я говорил на стриме. Ну так надо его почистить. Заканчивай стрим, разбирай комп, почисти его. Нахуй, послан. Говнюк, блядь. Я вот только не в курсе, у меня есть лампочка есть или нет. Да уже. А, не знаю. Экипаж у тебя должен быть, конечно, 100%, а вот качал ли ты сам ее, не знаю. В Назарплей. Ща как Кусюка цап за руку Лёшке. Ой. А, никого, никого. Не, вот один. Ой, ты туда один вообще поехал.
Территория Терек. Сколько сейчас танки весят? Ба. Че 10? Эм, Леш, как часто вы играете? Вам Steam уже спонсорку должен предложить. Мариночка, точно. Another play. Хе, помню в Матране, когда Леха накаркал себе, что перевернется. Ну да. Ладно, поехали. А чё они этот фанк-то не играют нифига? Тут вот я говорю, вообще трындец, я вот только сейчас обратил внимание, что там никого нету. Терек минус. Тебе SD клиент надо. У вас тупо сейчас задавят всех на базе. Все, они переследят вас. Зонта GCHR, М точно. Я бы стрелял, в принципе, никто не хотел на этот фанк ехать, мне там одного делать нечего. Да я чуть не обратил внимания, да, что там никого нет, я бы туда поехал. А я яйку стадротить нехорошо. Да не, просто стандартно туда кто-то, но едет. А тут команда какая-то непонятная, блядь. Вон все встали у себя и стоят. Не, карта-то тир, только как бы, ну... Another play. Всем здорово, с вами Зио, НТКЗ, и мы будем сегодня ее ебашить в танке. Надо им предложить. Да-да, Маринч. Стех на базе в ПТ пусти сидит. Обе. Зонта GCHR. Завалите петициями все вместе. Вылазьте, сволочи. Так, ладненько, я пошел. Хороших тебе боев. Хороших выставок. Давай, спасибо тебе, спасибо, что поиграл. Давай, удачи. Может быть, вернусь. Хорошо. Давай. Территория Терек. Лёх, понял, у меня Тойнет без лимит, вот думаю, надо, то они мне. Хотя с зонтиком покатал бы. Вопрос. Зонтек с радостью. А где петицию найти у них на странице? Зонте GCHR. И мы везде без лимит точка запятой. Бла-бла-бла-бла. Меня ёбнули. Пошли нахер в ангар. В Another Play. В War Thunder, если бы зонт так ехал, ему бы гусли снесли, пушку, возможно, казнёку. Макс, зонт это не Ван Таннер. М минус. Надо посмотреть. В Another Play. Казёнку. Так, мы можем пойти. Вот нахер. Так, что я хотел? Не помню. Вот на этом я хотел. Пам-пам-пам-пам-пам. Задача захватить базу. Зонта Джесси и Чарт. Что такое казанка? Что такое казанка? Даже не знаю.
Лёш, окей. Думаю, много кто поддержал-то. Назарплей. Про Грея надо фильм снять, особенно момент, когда Грей зонта по лестнице погладил. Зонта Джесси и Чарк. 9.запятой. Казёнка. Казанка. Территория Терек. Территория Терек. Скоро буду. Хорошо, Терек. В Назарплей. Казёнка — это механизм, который выпускает снаряд. В танках его выбить невозможно. Вот и говорю, что World of Tanks — это не симулятор вообще. Мудак ты тупорылый. Макс, это я не тебе. Зонта Джесси и Чарт. Окей, территория. Назарплей. Зон. Охуел. Ха-ха-ха-ха. Да нет, тут мудак, тут на Е5, блядь. Не дал мне шмальнуть. Зон Таджиси и Чар. Макс, Тундра совсем не симулятор. Точка с запятой. Три игры в одной, вес тоже. Зон Таджиси и Чар. Тот же. Ах ты, козёл. Отомстил мне, блин. В огне все. Влетос. Здорово, Саня танкист. Здорово, Влад. Как дела? Как настроение? Азатца Мигулин. Зонт все воюет. Да, Азат, еще воюю. Азатца Мигулин. Владос, привет. Зонт Джесси и Чарк, привет, Владос. Зонта Джесси и Чарк, Азат, все ездишь? Ай, блядь, я ёбнусь! Ух, не ёбнулся. В Назарплей. Лёг в тундре, хотя бы все механизмы работают, все скрипит, есть симуляторные бои. Вот не поверю, если в реальной жизни у танка будут жизни, а мертвый экипаж приводить в чувство с помощью отсечки. Влетос, Азат, Лёза, привет. Азатца Мигулин. Микрофон подлагивает. Влетос, Лёха. В Назарплей. Когда зонт лагает, такое чувство, что ему засунули к хм. Ой, Дэвид Портелло. Ай. Пала Амиго Эстау Пораки до Нову. Азатца Мигулин. Лёха довез и другой груз взял. В Назарплей. Хай. Дэвид Портелло. Хай. Влетос.
Чё-то игра как будто подглючивает, да и микролагает. Зонта GC и чарт минус. Хай. Влад. Лёш, пролетела быстро, да, пока ничего не нашла, блядь, на стене. Да, блядь, долбанный. В Назарплей. Лиза, когда у Грея ДР? Лиза, когда у Грея ДР? Маринч, бывает. Зонта GC и чарт. Игра подтормаживает, надо просто чистить. Влетос. Марики, приветик. Зонта GC и чарт. М значит нет. Влад, приветик. Ой-ой. Тут больно стреляют. Тебе пофигу. Лёх, в каком смысле прот чистить? Типа термуху менять? Или от пыли? От пыли. Зонта GC HR. У меня на телефоне звук норм. Азат Самигулин. Лёх, час до 7 часов, отдохну и заключительный рейс на сегодня сделаю. Лёш, я всерьёз. Посмотрю спокойно и в нете почитаю. Ну, Марич, ну не знаю, не знаю. Зонта GC и чак. Влад от пыли. Нах терму лишний раз трогать. Блять, я ехал, ехал. Ёбаная итальяшка, сука, где ты есть, пидора. Зонта GC и чак. Окей. М, спасибо, точка запятой. Алло. Алло. Привет, говорю. Здорово, говорю. Чё ты шипишь? Влетос. Чё не шипишь? Лёха, до скольки вы вчера в спинтаре сгоняли? Где-то до часу, что ли? Они гоняли. Лёш. Так. Павлик у нас приехал. Вон, 4 ляма. Нормально. Поехали. Азат Самигулин. Влада, скорее всего, около 2 закончили. Ну да, где-то сейчас до 2 в этом промежутке, по-моему. Влетос, я в это время был погружен в царство Морфея. Поедем сейчас. Пусть знает, так получим. Влетос. Сейчас не шипишь. Дегустатор бот.
Привет, Барбон. Привет, дегистатор. Как дела, как настроение? Лида Эрос, Кито про Грея тут спрашивал, я ебё, что когда у этого волосатого днюха. Диджестатор бот, можно взвод? Да, давай. Это GCHR, дегустатор крив точка с запятой. Ник Зонтек, 1989, если там не видно. Зонта GCHR, Зонта G1989, подключайся. Все, хана, мне хана. Халажары, оба промахнулись. Блять, я, сука, тоже. А вот теперь точно пизда. Да. Сейчас народ корякур, так что давайте посмотрим. А, нет, попозже. Давайте пока на следующем бою. Пока Зончик играл, Левчик на диване не уснул. Понимаю. Так. Да кто-то заходит тут. Фаназия. Да чё ты... Хреново слышишь, ну-ка скажи что-нибудь. В Летос, Сани, можно ли сделать так, чтобы в лаунчере обнова загружалась с высокой скоростью? Ну, в дружеском смысле. Она... Блин, подожди, я не помню. Чего? Сейчас посмотрю. Блять, давай себя настрою нахуй, потом это. А где, у кого чего? Какой игре? Вот это все, что есть. Обновление. Все галочки без ограничений, без ограничений, без ограничений. Если ты про это имеешь в виду, Владос. Или ты про что имеешь в виду? Про какую игру? Так, дегустатора я пока не вижу, поэтому пока поехали. Владос, в танках. В танках, вот, я показал. У меня все стоит без ограничений, он по максимуму должен качать. Короче, завтра иду сдавать тест, надеюсь, отрицательно. Да. Блин, а что у тебя с микрофоном? От скорости сервера, загрузки сервера и кучи рядом. Так, ну дегустатора я пока не вижу в заявках, поэтому давайте пока еще бой сыграем, чтобы вам не скучать. Да, у нас 30 метров в секунду. Ну там побольше. Владос, и быстро у тебя игра грузится. А, слушай, обновление, там прикол в другом. Качает-то он их быстро. Но он часть скачивает, потом их начинает устанавливать. Из-за этого может казаться, что он долго их скачивает. И вот в чем прикол. И вот так он частями. Часть скачал, пишет, там еще столько-то осталось, и завис на этом моменте. Значит, он какую-то часть ставит.
Влатос, Ваночо Михалыч. Ну, ладно, смотри, просто делай. Да ладно, на самом деле. Он частью, я тоже сначала, блядь, думал, что за хуйня. Потом сообразил. Он, на самом деле, он часть скачивает, ставит, часть скачивает, ставит. Бабаха едет с такой же скоростью, как и я, блять, пиздец. Чё с 430-м наделали? Пиздец какой-то, нет, чтобы все сразу скачать да установить. Так нет, все через. Ну нет, так нельзя, как видит. Блять, вот углы наводки, конечно, это пиздец. Так, кто-ка по мне позволился шмальнуть, блять, ну-ка выходи. Лошара промахнулся. А, ты вообще не по мне смотрел. Летос, Дназер, а ты чё не в танках? Он нам с Пентайра за одну карту уже 8 часов проходит. Играет. Они без стрима нормально играют, только вот при стриме он просто слухует. Влетос, лаоу. Снизу чуть-чуть играет, послаженнее. Охуеть эти мудаки. А, ну ладно, там, блядь, наших охуеть, поехали дальше. Блять! Вот если бы куда не подставил, то ёбаный. Я знаю, что я не пробил. Там очевидность. Да уже ничего, их тут два. Зонд побрал, Бен листит. Ох твою мать, теперь ты гром. Да, я знаю. Мы сейчас здесь сколько выйдем, потому что не очень приятно. Сюрприз особенно для зрителей Ютуба. А так нормально. Ну сзади здесь скоро, во-первых, потише сделаем. Сейчас я тебе потише сделаем. Ой, шубка. Шубку не сделаем. Влетос. Карусель, карусель. Ля-ля-ля, 3 рубля. Сейчас телефон. Ну, говори. Нормально говори. Алло. Алло. Влетос. Покатись на нашей карусели. Не заходи, там чуть-чуть. Там видимо слышно. Сон. Не все обрабатывай.
Зонд проиграем, Листед. Шуберт сделал себе взрослую озвучку голоса. Не злись, Саш. Да не, я сама доброта. Так, нет, скважину не греет, это видюха обрабатывает. Станцию прорисовки потише. Станцию прорисовки. Блять. Качество ватное. Вопрос удалось. Настройки. Чтобы дальний стоим не прорисовал, не отрабатывал. Угу, ниже. Воду. Не-не-не, поменьше, ну побольше нужно. Не-не-не, качество оставь вообще. Растительность нахуй. Ну чуть-чуть. Количество травы чуть-чуть. Все, перемени. Немножко сгрузит просто. Ну не знаю, вряд ли. Ладно, сейчас посмотрим. Так. Ну-ка, с тобой не играет. А кто не играет? Не, с тобой. Ну, выйдите скоро. На туре. Я где-то. Так. А ты что, шипчат у нас просто съедает? Так. Балам-балам-балам. Что я хотел посмотреть? А, хотел посмотреть, сколько... Ну, вот так. Ой, да хуйня сюда. Там, кажется, 10 тысяч. Павлик там. Да, причем американский. Вот это хуем было вообще пиздец. Ой, смотрится и ебал, блин. Подождите, это ж не все. Сейчас я вам покажу, как вообще, блядь, 10 уровень этой ветки смотрится, блядь, там вообще жопа. Во, бля. Хуйня надо снимать, блядь. Я, народ, быстренько перекурю и поедем дальше. Влетос. Дилда на гусеницах. Блять, я думаю, что за кисына. Сука, центр отрубился. Дилда на гусеницах. Влетос. Да не, Влетос, не извиняйся, так и есть. Так, ну давайте, блядь, на этом все-таки хочу покачать. Зонта Джесси и Чарк. А я снова на диване, точка с запятой. Покинь базу, противника. Поехали захватить. Я снова на кресле. Влетос. А я снова в кресле, точка с запятой.
Зонтек я кушать сварю и тоже туда. На диван? Да ну вас на! Не, слушай, походу помогло. Зонта Джесси и Чарк, М минус. А мы сварили. Азатца Мигулин. Леха на диване, зонт на кресле. Иди ты нахер, Павлик. Ладно, хоть по кому-то попал. Сейчас трот не уходит. Не уходит. Да нет, сейчас не ушел. Да, что ты меня быстро ебнули. Я сегодня лентяй. Ну суп же свари, ой, кушать варишь же, значит не лентяй. Как? Зонта Джесси и Чарк. Я. Берлин. На лыжах лень кататься. Мигулин. Маринчик, ты не одна, мне сегодня лень была на лыжах кататься. Летос, тунеядца. Действительно. Зонте Джесси и Чарк, да точка запятой. Азатца Мигулин, Владос, мы такие. Блин, Берлин переделали, все никак привыкнуть не могу. Чтоб тебя ебнули стандарты выше. Азатца Мигулин. Один из них сейчас стримит. Ой, не говори. Действительно, сейчас перестану. Летос. И точно стану тунеядцем. Я хочу так же, но работа сука. Зонта Джесси и Чарк, я наоборот на работу хочу, точка с запятой. Да Саш, на диванчик. Кушать хочется же, вот и волю. Понятно, Маринчик. А, и спалился. А я не хочу, давай махнемся. Азатца Мигулин. Саня, ты есть натуральный тунеядец, со стрим раз в неделю. Ужас. Зонта Джесси и Чарк. Давай, Владос, точка с запятой.
Лёш, погоди, как на работу выйдешь, тоже будешь мечтать о диване. Хер вам. Ебучий Артас, сука. Ебучий КПЗ. Блять, я же рад был так танк обозвать. Мне работал, когда нравится и народу мало. Я 29 дней без выходных пахал, точка с запятой. Деньги лопатой небось грех. О, хоть и того грохнул. Правда, остальные меня еще грохнут, но это ладно. Мелочи жизни. Занте кой нетушки, мне не отдых нужен. Зонте GCHR, Влада с советском, маленьким. Влетос. Или отгребал. Зонта Джисси и Чарк. Блядский это 9 совочком. Влад с кем поменяться хотел? Влетос, ясненько. Влетос, да уже не с кем. Бой. Пока на этой каракатице доедем. Влетос, вопанился. Стреляет. Зонта GCHR. Посылку доставить опаздывает, точка с запятой. Территория Терек. Я вернулся. Окей, Терек. Территория Терек. Капец, 25 февраля жду больше, чем дня рождения. А чё, 25 февраля? Привет, Терек. Убили, убили. Территория Терек. Владос, привет.
Территория Терек. Да ёпперс. Зонтик, ты чего? 25 февраля будем из конейку мыс выдавливать. Зонтик GCH. А-а-а. Еще один бой и все. Понятно, Терек. Я просто не смотрел. Да, народ, еще бой. Зонтик GCH. Терек минус. Из коней. Не из лошадей. Жесть. Действительно. Да как, сука, не пробил? Территория Терек. Лёха, кони запуганные, кумы сдадут. Владос, я тоже сначала не понял, а потом как понялю. Территория Терек. Про них еще дядя Миша Задорнов шутил. Ага. Зонтик GCHR. Терек, стесняюсь спросить, ах, как вы с коней запуганных кумыс добываете точка с запятой. Ой, уши меня ёбнули. Чё, народ? Последний бой и падю. Сейчас там придумаю, значит. Территория Терек. Лёха, мясом PayPal увозим. Зонта Джисси и Чарк. Ласт. Бот умудрился прочитать только лайки. Зонтик GCHR. А кто сзади у коня кумыс принимает? Точка с запятой. Территория Терек. Лёха. Территория Терек. Зонтик важен сам факт. Территория Терек. Ой, Лёха. Бам-бам-бам. Все стреляют, все стреляют. После танков что? Территория Терек. После танков что будет? Не знаю. Зонта GCHR. Last fight. Тест бот. Точка с запятой. Сейбал бот. Читай слово воу файт. Сака. Зонта GCHR. После танков перерыв, точка с запятой. Да.
Тут нет никого. Блин, сейчас поеду, все появятся. Я ж сказал. Херушки. Энцаж, давай победу. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Не пробил, не пробил. Блять, я не пробил. Зонка GCHR. Надо как нить винду переставить. Подглючивает после чистки, но столько алкоголя нет. Это точно. Ой, ты выпытал какой-то. Охренелся. Влетос. Леха, намекаешь на донат на алкоголь. Влетос. Донат. Зонта GCHR, Владос, не. Ща у мамы ДР скоро, а с виндой возится день. Ну это да. Влетос, а вот оно что. Ура, я пробил. Надо будет комп разбирать, почистить тогда и протереть там все от пыли. Влетос. День или лень? Золото GCHR просто подлагивает чупкастрим. Запятой. Территория терек. Это который из трех. Золото GCHR. Лень. Влетос. Леха, есть такое. Территория терек. Комп ему почистить не лень, и кабель кинуть. Зонта GCHR, терек минус. Стримовский. Нет, я еще играю. Зонта GCHR. А кабель лень. Территория терек. Жду следующий стрим, у меня ломка. Ну вы козлы! Мой фраг спиздили. Блин, только я так могу, да? Ну ладно, мы выиграли. Я заказывала, победа. Зонта GCHR. У нас тоже точка с запятой.
Лида Эрос подарил территория Терексане танковый домкратик. Лучше б подарил ему банный тепленький халатик. Так, ну вот и территория Терек. Леха злой какой-то сегодня. Да не, вроде нормально. Территория Терек. Лида. Так, ну все, народ, давайте прощаться. Вот. Зонта GCHR. Все, все, все. Всем спасибо. Всем кусь, увидимся. Зайдите к кусюке. Я не злой, точка с запятой. Да, Лида Эрос. Можно я тут разок кошмарную говорилку вашу проверить? Че? Территория Терек. Пока. Территория Терек. Были у кусюке уже. Ладно, всем счастливо. Лида, я бы разрешил, а бот что-то не хочет разрешать. Лида Эрос. Лида Эрос, ха-ха. Все, всем спасибо. У меня по ходу бани поехала, решил в КС 1.6 рубануть. Зонта GCHR, Маринчик минус. Пока, точка с запятой. Территория Терек. Мариш, пока. Лида Эрос, чертова говорилка. О, пошла. Зонта GCHR, бани, это серьезно. Зонтек, пока. Зонта GCHR, фасем кусь, точка с запятой. Лида Эрос, у царя такая же гаврилка. Да, мы знаем. Территория, блин. Пока. Лида Эрос, всем пока. Все, все, народ, все, всем пока. Всем спасибо большое за просмотры, за лайки, за общение. Вот, давайте, все, всем счастливо, коридорчик вам. Влад, пока. Территория Терек. У царя это у Путлера. Пока-пока.